Сотрудничество Приморского края и города Цзэси китайской провинции Хэлунцзян обсудили заместитель председателя регионального правительства Николай Стецко и секретарь комитета Коммунистической партии Китая Цзэси Лу Чанью. На встрече стороны затронули вопросы обмена. Будем рады укрепить наше взаимодействие, ответить на ваши вопросы и сформировать дополнительные возможности для улучшения сотрудничества. Также стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере сельского хозяйства, науки, техники, туризма, здравоохранения, образования, культуры и спорта. Хотел бы тоже попросить вас рассмотреть приглашение об участии коллективов спортивных и творческих города Цзэси в мероприятиях на территории Приморского края. Это летом у нас будут и пляжные игры, это и творческие обмены. Приморский край – это край бескрайних лесов и синего моря. Мы будем рады показать вам наши красоты. Мы будем рады обменяться, проводить обмен ребят в детских лагерях, чтобы посетили, посмотрели, организовали культурные обмены, спортивные обмены. В ходе встречи стало известно, что строительно-монтажные работы в пункте пропуска Маркова-Хулинь будут завершены к концу текущего года. Эксплуатация начнется в 2025-м. Реконструкция и введение в эксплуатацию пункта пропуска Турирок-Мишань завершатся в 2026 году. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.